друзья, 1 января и этот праздник экстремальной атлетики вот в лице Васи Качкова, президента экстремальной атлетики, сегодня для всех алматинцев и гостей нашего прекрасного города 21 километр, 42, 7, дети, в общем, очень 20, много. 23 метра дети бегут. Боже, 20. Это вот потрясающий праздник. И все, кто вчера кушал оливье, а вот даже самые отчаянные зожники в лице меня вчера ели оливье, бешбармак, вот я сегодня даже немножко отекся. Вась, какой по счету новогодний забег сегодня? Блин, пальцев не хватает. По-моему, 7-й. 7-й или 8-й. Я вот сбиваюсь со счета. Какая мечта самая большая вот в лице новогоднего бега? Чего вы хотите достичь? Какого количества людей? Или какого, или какой дистанцию? Может быть, ультрамарафон в следующий раз будет? А я вот хитрость открою, что вот на Тенгри, я надеюсь, у нас будет 100. Легких ног. Спасибо. Получай от бега удовольствие. Это самое главное. Удовольствие. Ну что, друзья, встретимся после забега. Вокруг 7 километров бежим вниз, прибегаем оттуда слева и уходим на следующие круги. Все, всем удачи. Я помню то удивление, то непонимание даже людей, когда мы делали это первый год, когда собралось на старт там меньше сотни человек. И как теперь это превращается в большое городское событие, когда люди приходят с семьями. Конечно, это все воодушевляет. И просто мне радостно работать и стараться для общества, для нас, для всех. Всех приглашаю сюда в накопитель под нашу стартовую ларочку. Да, чуть-чуть. Ой-ой-ой, полюбила я еврея, ой-ой-ой. Естественно, мы все встречаем Новый год дома, в кругу семей, в кругу друзей. Но потом 1 числа рано утром собираемся здесь. Некоторые бегут сюда, да, из дома сюда, потому что добежали, получили медальку и убежали опять домой к столу. Да. Некоторые прибегают сюда для того, чтобы пробежать марафон, понимаете, марафон. 42 километра 1 января. Вот, это очень сильно. И это нас объединяет, и это дает некий такой позитивный толчок всем людям, которые сюда приходят просто так, может быть. Увидели, посмотрели, что такое. Потом, ух ты! И у них вот это зернышко посажено, да, садится куда-то на плодотворную почву, да, и потом начинает пускать корни, пускать росточки, цветочки. И смотрит, в следующем году они уже приходят хотя бы в качестве родителей, дети которых здесь принимают участие. А потом уже родителям становится стыдно, и они уже с детьми начинают бегать. Все по-разному. Ой, я каждый год здесь. Каждый год мы по 1 января здесь бегаем, вот в этой роще всей семьей, вот с женой, с детьми. У нас такая традиция. Тут самый младший бежит только детскую, а остальные все бежим одну дистанцию, сюда 7 километров. Это невозможно упустить. Я даже без номера пришла, сейчас буду брать номер. В 5 утра в горы сходили на горельник, в 11 сюда пришли, все будет отлично. Новогодний Жанжил марафон, это круто! Чтобы начать год правильно и классно.
Молодцы! Без этого я не могу, уже для меня это мотивация стала, что ли, как бы так. С Новым годом всех! Хочу Новый год по-новому начать, по-спортивному, чтобы я вошла в эту спортивную культуру по другую сторону организации. Обычно я организовываю, а теперь хочу участвовать. Ой, чай, что-нибудь дайте. Это самый тяжелый полумарафон за все мои 43 года. Но это прекрасное ощущение. О себе говорит бешбармак и оливье. Но хочется сказать, что вот Новый год начался с того, что мы встретились с единомышленниками и друзьями. Спасибо экстремальной атлетике за этот праздник. Ну а всем хочется пожелать в 2023 году, чтобы вот эта трасса была самым тяжелым испытанием за весь предстоящий год. Ребята, всем здоровья, счастья и всем эндорфинного бега.